Всем привет! Сегодня я вам покажу свой сдвоенный заказ из компании Oriflame. На экране вы уже можете видеть следующий каталог, в котором я тоже выбрала два средства, и чуть позже я вам их покажу. Ну и хочу начать, конечно же, с новой линейки, которая появилась в компании. Это Beautanicals. Эти средства полностью созданы на растительных компонентах и содержат 8 полезных минералов, плюс натуральный экстракт жимолости. Ну и на этикетке вы можете видеть, что здесь у нас есть магний, медь, цинк, диоксид кремния и прочие элементы. Я уже успела воспользоваться шампунем. Здесь у нас с вами 250 мл. Он очень концентрированный, хорошо питает кожу головы, разглаживает волосы. У кого проблемы с расчесыванием и вообще волосы в принципе сухие, путаются, то, конечно же, даже без бальзама этот шампунь восстановит ваши волосы. И я, конечно же, безумно рада, потому что это просто средство SOS для моих волос. Я знаю, что на многих складах в других городах России данные средства уже закончились, но надеемся, что компания, в общем-то, возобновит поставки и производство данных средств, потому что это действительно сейчас очень хорошие средства, и, в общем-то, по цене они уступают масс-маркету, но по качеству они намного лучше, поэтому, в общем-то, я вам советую к использованию просто попробовать. Это очумительное просто средство, и они созданы, опять же повторюсь, только на растительных экстрактах. В общем-то, сейчас, конечно, у нас такой пик и тренд, да, то есть это, в общем-то, веганы, здоровый образ жизни и прочее-прочее, поэтому, видите, компания также не отстает от современных трендов и выпустила вот такую вот линейку. Ну, конечно же, для жителей больших и малых городов такие средства – это, конечно, спасение. И давайте посмотрим, что же дальше было в моем заказе. Продолжаем тему мыльно-рыльных средств, и вы видите мыло Helping Hand. Я сейчас его не буду вскрывать, хотя нет, не знаю, ну давайте вскрою, одну секунду. Вот такое вот замечательное мыло в виде ладошки и смайлик нарисован, пахнет очень приятно, мне вообще напоминает какой-то такой, знаете, фруктовый аромат, что-то с абрикосом связано, не знаю. Компания Oriflame уже несколько лет в партнерстве с многими благотворительными организациями, и в том числе от продажи вот этого мыла 1 рубль поступает в фонд жизни детишек с ДЦП. Вот, конечно, приятно всегда помогать вот чем-то, поэтому такое замечательное мыло можно купить, приобрести, мыться им с удовольствием, либо руки, либо тело, в общем-то, ну, можно просто в ванну поставить, и либо, я не знаю, в общем-то, очень приятный аромат, в общем-то, веселить вас будет в душе, и тем самым вы сможете помочь детишкам. Следующее, продолжаю эту тему. Видите, у меня в основном заказ такой, все, что связано с душем, с уходом за телом. Конечно же, у нас вышла новинка в коллекции Essence & Co. Очень люблю эту коллекцию. И здесь мы с вами видим очень такой красивый цвет океана, знаете, такой вот синий, глубокий синий цвет. Это у нас аромат ириса и миндаля. Люблю эту серию, использую его, конечно же, вот данное средство именно как гель для душа, хотя он подходит как и гель для мытья рук. Тоже очень концентрированный состав, поэтому его хватает надолго. В принципе, мне вообще хватает геля, если говорить о 250 миллилитрах, то на 2 недели. Здесь у нас 300 миллилитров, то есть, скорее всего, что хватит на 2,5 недели. И также мыло для рук, такое же с ирисом и миндалем. Хочу, кстати, отметить, что
аромат не чувствуется, но мыло приходит здесь заслюдированное. То есть вы можете видеть, сейчас я его вам покажу. Вот такой вот малюсенький брусочек. Ну, через упаковку оно, конечно же, не пахнет. Рисунок очень приятный. Такой, знаете, глаз радует. Мыло, кстати, очень хорошее. Ну, я уже много раз говорила, что мыло в компании Oriflame не размыливается и очень долго, в общем-то, годно к использованию, и в ванной не расплывается, не течет. В общем-то, вот очень хорошее качество, очень хорошее. Так, следующее, это у нас гель из серии Feminelle с освежающим эффектом. Здесь у нас с вами Lotus и Black Currant. Честно говоря, я не помню, что значит Black Currant, но это можно посмотреть. В общем, это средство очень хорошее, покупаю уже не первый раз. Вот, купила себе по хорошей цене, сейчас в каталоге идет, с большой скидкой, и купила себе в запасы. Следующий продукт, конечно же, wellness pack для женщин. В общем-то, наступил сентябрь, уже заканчивается месяц, пора пить витамины. Здесь у нас 21 пакетик. Я, в принципе, уже неоднократно открывала, в общем-то, эту коробочку, но давайте еще раз открою для тех, кто, возможно, впервые меня смотрит. Одну минутку. Итак, здесь у нас с вами содержится 21 саше. Конечно же, здесь есть инструкция. Я вам просто покажу, как это выглядит. Здесь у нас одна витаминка минералы и две витаминки. Это у нас омега-3 рыбий жир и астаксантин. В компании Oriflame можно купить данные витамины раздельно, то есть рыбий жир продается отдельно, астаксантин и витамины и минералы. Но я предпочитаю пить все вместе два раза в год, хотя я знаю, что многие пьют данные витамины чуть ли не каждый месяц. Витамины водорастворимые, то есть в этом плане в организме они не накапливаются. Так что, в общем-то, хорошие витамины, ничего не могу сказать, поехали дальше. И последний товар, который был приобретен из декоративной косметики, я уже им воспользовалась, даже немножко тут уже грязненько. Помада из серии One Color, цвет, сейчас я вам точно скажу какой, Twinkle Red. Не знаю, сейчас попробую сфокусировать, так. Нет, что-то не хочет фокусироваться. Ну, в общем, Twinkle Red, не помню, как переводится, но точно он красный, да, Twinkle, что значит, тоже не знаю. Помада вот такого вот алого цвета. Сейчас камера на свету практически правильно передает цвет. Я что хочу сказать про данную помаду. Ну, конечно же, это бюджетная линия в компании Oriflame, и качество, конечно, таких помад на высоте. Но, конечно же, это не матовая помада, это глянцевая помада, и она достаточно быстро съедается, то есть она не стойкая. И хочу в пример вам привести, сейчас сделаю обязательно сводчи, другую красную. Итак, смотрим с вами помаду от компании Oriflame, и это у нас Endless Red. Почему я хочу сравнить эти помады? Они из разных коллекций, цвета у них практически одинаковые, как вы можете видеть. Ну, совсем небольшое различие, конечно же, есть. Вот, и сейчас хочу сделать вам сводчи. Конечно же, в отличие от помады One Color, Endless Red, она стойкая помада, она может держаться 8 часов, вы можете кушать, ничего не произойдет. Ну и давайте посмотрим по цвету. Напоминаю, что это у нас помада One Color в оттенке
Winkle Red. И другая помада, стойкая губная помада в оттенке Endless Red, код 30575. Это нижний вариант. И код Shimmer Lipstick Twinkle Red 407-33. Это верхний сводч. Что хочу сказать. Помады от компании Oriflame мне очень нравятся. И именно вот из коллекции стойких помад. И также из коллекции One Color. Губы не сушит, увлажняет, держится очень долго. Поэтому, кто хотел присмотреть себе помады и думает, покупать или нет, пробуйте. Мне помады очень понравились, подошли и по хорошим ценам.